сообщает ТАСС, что из ФРГ наблюдатель на референдуме в Запорожской области о давлении на компанию его заявил. Самое смешное, и ТАСС об этом пишет, а он находится в Мелитополе. Бруно, как Шалер подчеркнул, лишь как частное лицо, как и на референдумах других. Другие наблюдатели, наверное, а скорее всего и точно. И к пословице популяризации хотя. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Я приложил немало сил. Положение с пониманием ее людьми пока еще скверно. И вряд ли улучшится при моей жизни. Но что поделаешь. Делай, что должен, и пусть будет, что будет. Вот такая вот анекдотическая ситуация.